Ильяс Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Общее. Ольга и Владимир Креститель. Тезис. Оба проводили похожую религиозную политику. Обоснование. Первое. Оба крестились в православии по образцу Византии, по греческому обряду. Например, Ольга приняла православие в 955 году в Константинополе, Владимир в 988 году в Корсуне. Оба приводили миссионеров на Русь. Например, Ольга пригласила епископа Адальберта для проповеди христианства. Владимир привез на Русь для помощи в христианизации страны Анастаса Корсунянина. Третье. Оба строили храмы. Например, Ольга построила деревянный храм Святой Софии, а Владимир построил Десятинную церковь.